Здорово, друзья! Говорит и показывает Ермаков. И сегодня я покажу, как установить Windows на флешку и загрузиться с нее. Если бы все было так просто, то я бы, наверное, не записывал это видео. Но если попытаться стандартным образом там загрузиться с диска или из винды запустить установку, то установщик винды пошлет тебя на три веселых буквы и скажет, что Windows нельзя установить на диске, подключенные через интерфейс USB. Не знаю, почему такое ограничение введено. Пишите в комментариях свои догадки. Огромное спасибо людям, поддержавшим выход данного ролика. Аноним, Абакан 228, Дмитрий Шоя, Ица Илья, Герастар, ДНС, Хстас, Матвей Кокотейков, Фанат фигурного катания, Вафля, Ваник 124, Клайн 305, Киров ЮТ и Петя Лазутин. Хочешь попасть в следующее видео? Кидай любую сумму на мой Donation Alert, ссылка в описании. А кто закинет 100 рублей больше, попадет в 3 следующих видео. Кроме того, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и Телеграм-канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних обновлений на канале. Также у нас есть Дискорд-сервер, можно общаться с другими подписчиками. Переходите туда, все ссылочки в описании под роликом. Ну, а я скажу, что для этого понадобится. Понадобится всего две вещи. Флешка, вот. Желательно, чтобы она была вот 64 гига. Может, есть больше, я не знаю. Сейчас они уже не так дорого стоят, как, скажем, 5 лет назад. И программа Win2USB, вот она. Вот пример официального сайта, с которого можно скачать данную утилиту. Но в Гугле пока еще нас, россиян, не заблокировали. Ну так вот, скачали утилиту, устанавливаем ее. Я забыл предупредить, что машина, на которой мы работаем, ужасно медленная, но, к сожалению, другой у меня нет. У меня вот, по сути, единственный ноутбук нормальный, это Mac. Все остальное чисто экспериментальное ретро. Так, здесь жмем «Да». И, в общем-то, идет стандартный классический процесс установки. После того, как установили, вставляем флешку и открываем вот это, Hasleo Win2USB. Появляется такое окно. Итак, что тут нужно сделать? Вот, первый вариант, USB с Windows to Go. Установить винду на флешку. Выбираем источник установки, в нашем случае это, да, файл ISO образа. Можно выбрать что угодно, можно выбрать диск, можно скачать ISO, можно то, что у вас уже сейчас стоит. Но я выберу ISO образ. Так, где у нас? Вот у меня мой внешний диск, на нем находится папка Windows, но Windows там не установлена. Парадоксально. Так, где? У меня тут много разных Windows'ов. А вот, 21H2, последняя, кажется. Вот она. Он тут автоматически выбрал редакцию, которая будет. Давайте Pro поставим. Схема разделов. Тут наверняка будет что-то с... А, надо целевой диск выбрать сначала. Да, вот это моя флешка на 57 гигов. Это внешний, а это флешка. Так, тут, видимо, выберем MBR для BIOS. Потому что компьютер старый, и у UEFI на нем нету. Режим установки. Так, а как определить какой? Наверное, обычный. Я поставлю обычный. Битлокер можно включить при желании. Ну и все такое прочее. Нажимаем кнопку «Начать». Так, пробная не поддерживает эту версию. Ладно, поставим домашнюю. Снова выбираем диск. Все заново делать. Начать. Так, производительности этого USB накопителя недостаточно. Ничего страшного. Да, это вот одна из проблем, что установка на USB накопителей на самом деле не очень целесообразна, потому что они работают гораздо медленнее, чем обычные жесткие диски и уж тем более SSD. Может быть, именно поэтому Windows не разрешает устанавливаться на USB накопители. Ну и вообще, уже очень скоро близится обзор моего MacBook, которым я пользуюсь уже 4 месяца, поэтому если вы наберете под этим видео 1000 лайков, я его сниму. А кроме того, у нас есть цель в 100 тысяч подписчиков, поэтому советую подписаться на канал. Ого, 5 часов 47 минут будет идти установка. Ну, главное, что уже 2% прошло. Я же говорил, что вот уже 4 часа осталось, но оно со временем там ускорится. Главный недостаток USB устройств – низкая скорость чтения записи. И вообще, таким образом можно установить любую, на любое устройство. На флешку, на внешний диск, даже на карту памяти. Есть такой специальный USB-переходник для них. Просто вставляем и устанавливаем на карту памяти. На microSD, на просто SD. Я даже не знаю, кто-то еще пользуется картами памяти. Сейчас и так в телефоне место сопоставимо с размером карты памяти. Она уже и не нужна. 2 часа 16 минут я исполнял роль ждуна и ждал, пока установится Windows на флешечку. Ой, программа занята. Ладно, тут надо нажать кнопку «Готово» и потом закрыть программу. А я пока посмотрю, что из себя представляет теперь разметка диска на флешке. О, вот, я уже вижу, как вот на Win2USB находится у нас сама система. Ну, впрочем-то, все понятно. Теперь перезагружаем наш компьютер. Так, тут нам надо зайти в BIOS и выставить загрузку с флешки. Так, F2, F2. Идем на вкладку «Boot» и ставим это на... Ой, наверх. Хоп-хоп. Так, что у нас будет происходить сейчас?
мигает курсорчик пока что. Лирическая пауза. И логотип винды. Может, наверное, минут 5 висеть, но такова производительность внешних USB-накопителей. Вот, даже точки начали крутиться. А значит, винда с флешки работает. Надо, кстати, время загрузки и время установки засечь. Вот чисто ради интереса, каким бы долгим оно ни было. Я засек время. 33 минуты я ждал этого экрана. Он работает так, как если бы тут стояло 512 мегабайт оперативки, а не 2 гигабайта. Да, по-моему, даже с жестким диском он будет медленнее работать. Флешка быстрее загрузилась. И сразу обращаю внимание на то, что он немножко подвис. Я нажимаю кнопку «Да», пока ничего не происходит. Вот, сдвинулся наконец. Это правильная раскладка клавиатуры? Да, правильная. Сейчас еще что-то будет по 5 минут появляться. Я же говорю, производительность нижайшая просто. Есть вообще какие-нибудь флешки побыстрее? Ну, о, а что это, погасло все? А, не, нормально. Давайте подключим вас к сети. Так, интернет, пожалуй, мы пока не будем подключать. Нам это не нужно. Продолжить ограниченную установку. Драйвер на Wi-Fi, я так понимаю, встал. Хотя от носителя это совершенно не зависит. Да, принять лицензионное соглашение. Обычно при первой настройке оно не показывается. Потому что мы его принимаем уже, когда загружаемся с диска. Пишем имя пользователя свое. Но вот сейчас, кстати говоря, он что-то разогрелся. Чуть побыстрее стал работать. Принять все эти параметры. И шо, все? А вот тебе бабушка и винда на флешке. Сейчас немножко полазим здесь, не будем ничего дополнительно настраивать, потому что нам это не нужно. Вот пуск долго открывается. Вот, короче, все сейчас будет долго. Блин, вот даже пуск элементарно открыть не могу. Вот нажимаю, ничего не происходит. Хорошо, сейчас тогда с проводника что-нибудь откроем. Вот тоже корзина, я привык заходить через корзину. О, ну вот хоть что-то появилось. Вот, например, диспетчер задач. Хотя что тут пенять на процессор и на память? А что с диском? Что диск вообще ноль показывает. Вот, 44% диск. Вот так вот. Да? Что тут у нас происходит-то? Вот, вин to USB. Сколько? Ну, где-то четвертинку занимает наша винда. Треть. Треть. Это чуть побольше. Тут не открывается у меня. А, во, наконец-то пуск открылся. Не знаю, чего вот ему надо, чтобы он тут разогрелся. Возможно, даже проблема не во флешке. Параметры экрана. А что тут настраивать? Все равно работать будет. Разрешение экрана. Яке. Вот, нормальное разрешение. Для данного апика. И вот сейчас оно неизвестно, когда встанет. О, что-то встало. Спустя 3 минуты. И курсор зависает на какое-то время. Вот, на жестком диске не было такого. Да, все, сохранить изменения. В общем, вот так устанавливается Windows на флешку с помощью утилиты Win2USB. Можно, конечно, провести эксперимент по выдергиванию флешки, но я этого делать не буду, потому что это опасно для самой же флешки. Спасибо, друзья, за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в наши социальные сети, ждите новых видео. С вами был Ермаков, пока, на связи через камеру, иксо! Good love forever, run like a river, and time's endeavor be tried in vain. No other pleasure, with this could measure, and like a treasure, with hug the chain. But since our sighing has not in dying, and form for flying, love plumps his wing. Then for this reason, let's love a season, but let the season be only spring.